Польша проинформировала Беларусь об ограничении движения грузовиков через Кукуруки-Козловичи. Последний КПП для транзита грузов. Через него будут пропускаться лишь фуры, зарегистрированные в государствах-членах ЕС. Это усугубило дипломатический скандал в связи с осуждением в Гродно Анджея Пачабута, журналиста польского происхождения, почти 2 недели назад. Он был приговорен к 8 годам тюрьмы. В ответ на это Варшава закрыла для белорусских фур пограничный переход Бобровники. В результате на границе образовались чудовищные пробки, а Минск, в свою очередь, запретил польским грузовикам въезжать на белорусскую территорию через границы третьих государств и выслал из страны 2 польских дипломатов и офицера связи пограничной службы. Таким образом, на белорусско-польской границе остается лишь 1 пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь и ни одного грузового. Пешеходы и частные автомобили смогут пересекать границу также и через другие КПП. Время ожидания частных автомобилей на Кукурыкской таможне во вторник утром составило около 53 часов.